Здравствуйте, уважаемые учителя! Сегодня с вами на онлайн-уроке учитель искусства Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорск Куранбаев Кайрат Бисапанович. Содержание онлайн-семинар для учителей искусства по теме «Формативное оценивание по теме знакомства с фотоискусством». Цифровое фото. За раздел «Фотографирование. Личный объект». 7 класс. Дифференциация оценивания. Задание для оценивания. До начала изучения темы следует определить, что знает, что понимает и что умеет делать ученик. Учащихся для обучения можно разделить на группы по потребностям. Практическая часть. Раздел «Фотографирование. Личный объект». 7 класс. Тема урока. Знакомство с фотоискусством. Цифровое фото. Уважаемые мои ученики, сегодня первый день третьей четверти. Мы с вами начинаем новую главу. Глава называется у нас «Фотографирование. Личный объект». Этот урок у нас продолжительность 10 уроков. Из них ровно половина. Мы с вами будем знать историю фотографии, виды фотографии и жанры фотографии. Изучаем съемки фотографий, пользуются как фотоаппаратом. У нас перед вами стоит очень интересное и увлекательное занятие. Цель сегодняшнего урока, дорогие мои, демонстрировать знания и понимание особенностей созданного мира, пройдя первичные исследования. Вы знаете, все наши уроки связаны с исследованием. Без исследования мы вперед с вами никогда не двинемся, хоть получать какие-то интересные знания. И поэтому сначала мы будем исследовать, что такое фотография, вид фотографии. Для этого нам надо сначала делиться группу. Выбери фотографию. Выбери одну фотографию и найди свою группу. Критерии оценивания. Учащиеся демонстрируют понимание особенностей фотографии как произведения искусства. Дескрипторы. Учащиеся правильно нашел свою группу по жанру, виду фотографии. Смог аргументировать свой выбор. Деление на группы. В начале урока на стадии побуждения учащимся предлагается большое количество фотографий различных жанров и видов. Учащиеся выбирают понравившуюся фотографию, делятся на группы в зависимости от выбранной темы. Первое задание. После того, как все учащиеся разделятся на группы, им необходимо аргументировать выбор фотографии и принцип объединения в группу. Ответ каждой группы оценивается в технике «большой палец». Время 2-3 минуты. Критерий оценивания. Учащийся смог актуализировать имеющиеся знания по теме, сформулировать цели на урок. Дескрипторы. Учащиеся смогли вспомнить 3-4 признака фотографии. Смогли сформулировать 2-3 цели на текущий урок. Смогли прийти к единому решению в группе. Сейчас каждой группы, кто-нибудь из вас, скажет, почему вы именно выбрали ту или иную фотографию и почему мы создали вот такую группу. Пожалуйста. Мы выбрали фотографию с темой спорт, потому что мы любим активный образ жизни, и активный образ жизни – это также спорт, и он не только полезен для твоего тела, но и для твоего здоровья. Пожалуйста, третья группа. Мы выбрали картинку городской перспективы. Мы любим повседневную суету в городе, из-за этого мы выбрали эту картинку. Спасибо. Первая группа оценивает ответ второй группы. Основной этап урока. Задание. Познакомьтесь с критериями оценивания задания. Рассмотрите предложенные фотографии. Дайте характеристику изображениям, опираясь на критерии оценивания.
Используйте имеющуюся литературу, справочники, возможности интернета и другие источники. Каждая группа получает лист с критериями оценивания. В свободную колонку заносятся ответы группы. Предложение. Обязательно ознакомить учащихся с заданиями и с критериями оценивания. Основной этап урока. Задание. Для поиска ответов на вопросы учащимся предлагается дополнительная литература или компьютер с выходом в интернет. В начале работы группы получают оценочный лист с критериями оценивания данного задания. Учащиеся анализируют полученные фото по предложенным таблице критериям. Учитель обеспечивает доступ к материалу таким образом, чтобы учащиеся могли найти ответ на поставленные вопросы. Первое задание. Затем учащиеся в группах заполняют таблицу ЗХУ. Первые две колонки, актуализируя имеющиеся знания о фотографии и законах композиции, формулируя новые вопросы. Полученные данные групп необходимо объединить в общую таблицу на доске. В конце данного этапа урока учащиеся оценивают свою работу и работу одноклассников, используя стратегию «три хлопка». Время 5-6 минут. Ребята, перед вами лежит таблица ЗХУ. Это я знаю, хочу узнать и узнал. Вы должны искать материал о композициях фотографии и про историю фотографии. Оценивать работу с помощью три хлопка. Пожалуйста, сначала посмотрите в своих компьютерах, в других источниках, что такое композиция фотографии. Ответ на вопрос отвечает первая группа. Пожалуйста, остальные слушают. Композиция является одной из основных категорий художественного творчества. Спасибо. Дополнение, вторая группа. Композиция представляет собой не один элемент фотографии, а более сложный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой и представляют одно фото. Хорошо. Оценивает работу первая группа, оценивает ответ второй группы. Положительный или неположительный? Положительный. С помощью три хлопка. Все, значит, ответ был положительный. Они дают хорошую оценку. Первое задание. Таблица ЗХУ. Знаю, хочу узнать, узнал. Критерии оценивания. Учащийся смог актуализировать имеющиеся знания по теме, сформулировать цели на урок. Дескрипторы. Учащиеся смогли вспомнить 3-4 признака фотографии, смогли сформулировать 2-3 цели на текущий урок, смогли прийти к единому решению в группе. Основной этап урока. Познакомьтесь с критериями оценивания задания. Рассмотрите предложенные фотографии. Дайте характеристику изображениям, опираясь на критерии оценивания. Используйте имеющуюся литературу, справочники, возможности интернета и другие источники. Групповая работа. 15-20 минут. Первая группа. Жанр фотографии. Какой метод использовал фотограф? Вторая группа. Как рассмотрена фотография? Полностью или по кадрам? Для чего использован закон Третье? Третья группа. Под каким ракурсом рассмотрена фотография? Что такое композиция? Критерии оценивания. При анализе используют предметную терминологию. Используют групповую работу. В своих работах предлагают реальную информацию. Время 15-20 минут. Мы с вами обсудили график. Значит, каждая подгруппа отвечает за свои вопросы. Первый вопрос, значит, жанр фотографии, отвечает первая группа. Пожалуйста. Жанр фотографии. На первой фотографии изображен документальный жанр, на второй фотографии анималистический жанр, на третьем
На третьей фотографии студийный жанр, на четвертой фотографии изображен пейзаж, на пятой фотографии батальный жанр, на шестой фотографии портрет. Вы удовлетворены ответами? Да. Да. Если да, вы можете поставить плюс или минус в своих таблицах. Вторая группа отвечает на свои вопросы, значит, для чего использован закон третий. Закон третий – это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. Закон третий используется не только в фотографии, но и в рисовании и дизайне. Хорошо. Вы удовлетворены ответами? Да. Тогда можете в своих таблицах указать плюс или минус. Отвечает третья группа. За свои вопросы. Вопрос рассмотрит, что такое ракурс. Сначала композиция. Композиция – это одна из основных категорий художественного творчества. И ракурс. Что такое ракурс? Ракурс – это ракурс используют для более хорошего передачи пространства и движения. Хорошо. Если вопросами вы удовлетворены, поставите плюс или минус. Если есть у вас еще дополнения, какие-то доводы, пожалуйста, можно сказать свои высказывания. Ребята, ответы были очень интересные, полные, но только теперь мы должны дополнить, что вы узнали в вопросах и ответах. Пожалуйста, выскажите, пожалуйста, ответы первой группы. Мы удовлетворены ответами первой группы. Мы узнали, что такое жанр и композиция. Также мы узнали, что первая картина – это документальный жанр, а вторая – это анималистический, третий – студийный, четвертый – пейзаж, пятый – батальный, шестой – это портрет. Спасибо. Мы удовлетворены вопросами и ответами наших групп. Лист оценивания. Например, как видно из таблицы, у первой группы ответ был полным, поэтому поставили плюс. Во второй группе пришли к выводу, что закон третий очень полезен. Третья группа выразила мнение о том, что закономерности композиции полностью изменили их мнение. Основной этап урока. По окончанию работы обсуждаются полученные ответы. В последней колонке группа ставит знак «плюс» или «минус». Затем подсчитывается количество «плюс» в каждой группе. Определяется группа-победитель. Учитель получает информацию о степени усвоения материала. Время – 7 минут. Ребята, по завершению мы должны с вами заполнить 2-минутное эссе. Значит, это мы подводим итоги сегодняшнего урока. Вы должны, значит, уметь делать выводы. По особенностям фотографии, как в виде искусства, вам дается всего 2 минуты. На те иные вопросы отвечает первая группа. Делать удачные кадры не всем удается. Это тоже своего рода талант. Умение хорошо фотографировать. Этот талант не появляется с рождения. Этот удивительный дар надо развивать. Ответами вы удовлетворены? Да. Теперь мы послушаем ответ второй группы, средней. На этом уроке я узнал, что такое композиция и закон третий. А также я узнал жанр фотографии, какой лучше ракурс подобрать для них. Все, спасибо. Ответ был неполный, неисчерпывающий. И поэтому оцениваем эту работу мы как с вами? Да, средний. Итог урока. 2-минутное эссе. Подводя итог урока, учитель предлагает учащимся написать 2-минутное эссе по теме «Почему фотографию считают искусством?». В данной работе учащиеся должны отразить все знания, полученные на уроке. По желанию, некоторые работы могут быть зачитаны вслух, чтобы обобщить знания учащихся и подвести итог урока. Время 2-3 минуты. К
Критерии оценивания. Учащиеся умеют делать вывод по особенностям фотографии как виды искусства. Дескрипторы. Учащиеся могут назвать три признака фотографии как виды искусства. Логически правильно строить предложение. Рефлексия. Эмоциональная рефлексия. Для определения эмоционального настроения от проведенного урока при выходе из класса учащиеся прикрепляют стикер, листок со своим эссе на одну из предложенных фотографий. Фотографии должны отражать конкретное настроение: радость, задумчивость, печаль. Время – 1 минута. По выбранной большинством учащихся фотографий учитель может сделать общий вывод о проведенном уроке. Значит, мои дорогие, завершается конец урока, и мы получили с вами определенные знания, определенные пополнили багаж свой. Значит, мы с вами сейчас должны показать свои эмоциональные состояния, что получили за этот урок. Прошу ваши стикеры клеить на те фотографии, которые вы считаете нужно свое, показать свое настроение на сегодняшний урок. Пожалуйста. Обратите внимание, учитель при подборе текста и составлении заданий учитывает возрастные особенности учащихся. На каждое задание составляются критерии. Для того, чтобы при оценивании решения учителя были ясными, нужно, чтобы критерии на задание были точными. Кроме этого, дескрипторы позволяют определить этап, который вызвал затруднение. Это дает возможность провести конструктивную обратную связь с родителями и учащимся. Учитель должен постоянно напоминать учащимся о цели выполнения задания и о критериях оценивания, соблюдать тайм-менеджмент при выполнении заданий, учитывая само и взаимооценивание. Цели обучения и критерии оценивания должны быть на виду у учащихся. Цель формативного оценивания – исправление действий ученика и учителя в учебном процессе. Вывод. Учащиеся, оценивая работы друг друга, развивают коммуникативные навыки, навыки анализа, умение критически мыслить, понимание сущности процесса оценивания. Спасибо за внимание.